Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 46-летней жительницы Магадана. Она обвиняется в убийстве. В феврале прошлого года у нее произошла ссора во время застолья с потерпевшим. Женщина нанесла ему множественные удары руками, кухонными приборами и табуретом. В процессе ссоры женщина умышленно, неоднократно силой толкала мужчину руками, в результате чего последний не менее 3 раз падал, ударяясь головой о предметы окружающей обстановки, дверной короб и стены. От полученных телесных повреждений 54-летний потерпевший скончался в этот же день в Магаданской областной больнице. В ходе следствия женщина полностью признала свою вину и написала явку с повинной. Она предстанет перед судом по статье «Причинение смерти по неосторожности». Максимальная санкция – лишение свободы сроком до 15 лет.